В экономической статистике понедельника Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей за первый квартал текущего года, так называемый отчет Танкан. Австралия представит февральские данные по объему выданных разрешений на строительство. США, Великобритания, Швейцария и Евросоюз, включая ведущие экономики еврозоны, опубликуют мартовские индексы деловой активности в производственной сфере. Кроме того, в Великобритании выйдет индекс средних цен на жилье за март, а в Швейцарии опубликуют изменения объема розничной торговли за февраль. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.